Председатель Совета ветеранов окружного управления МВД Александр Тарасов провел лекцию для учеников в Большевиземской гимназии. Он рассказал ребятам о мужестве и требовательности профессии полицейского. Александр Тарасов продемонстрировал свои награды ветерана органов внутренних дел, как участника в боевых действиях, и объяснил слушателям, как важно уметь защитить себя, своих близких и родину. В завершении мероприятия учащиеся поблагодарили гостя за проведенную встречу и интересную лекцию.